съемки долгожданного клипа. С подписчиками и победителями конкурсов. Да, где каждый мог участвовать, да. И действительно мог выиграть этот приз. Три участника. Кроме нас с Розой, потому что мы из Чебоксар и взрослые. У нас есть три победителя, с которыми мы сегодня будем снимать самый настоящий клип. А главная героиня у нас чем занимается? Вика? За главную героиню взялись четыре руки. Вика, ты выспалась? Mm-mm. Нет. А ты позавтракала? Mm-hmm. Молодец. У нас примерка. Это твой первый образ. Нравится тебе? Ну, ботинки большие. Ботинки большие? Посмотри на себя в зеркало. Есть. С каким платьем больше нравится, Вика? С розовым. С розовым? Нас сегодня ждет запретная съемка. Если вы не видели, то там уже висит, что в соцсети постить нельзя. Роза, в соцсети постить нельзя. Мы займем микрофон, поменяем фон, и наш мир – это он. По болгам и смех и звон. Вика изучает сценарий. Это называется раскадровка. Раскадровка. Да, здесь каждый кадр нарисован. Что зачем следует? Ага. Сначала я буду на ток-шоу. А с чего мы начинаем? Давайте ток-шоу. Сначала начинается ток-шоу. Вот. И тут будет у дяденьки голова смешарики, и у музыкантов тоже. Нет, будут не смешарики, будут маски. Маски зверей. Смотрите, да. И здесь уже выбраны наряды для ток-шоу. Либо красненькие, либо вот этот вот с голубым платьем. Красненький, голубой, голубой, еще голубой. Еще не определились. Они все такие красивые. Оба красивые, да. Вон они висят. Пожалуйста. Давайте мобильные телефоны поставим в режим вибрации. Пожалуйста, мобильные телефоны. Выключим звук. Я боюсь. Ой, давай. Ну, пожалуйста, приготовились. Все ушли и спрятались туда за угол. Здесь никто не будет. Камера идет. Музыка. Вика, что сказали, отсняли первые кадры? Ну, сейчас надо еще под припев тут пройтись и спеть. Угу. Ну как, тебе нравится? Смотри, какие цвета, да? Да. Они у нас моргают, как глаза. У тебя боятельность ушла уже? Нет, на самом деле! Нет? Все еще боишься, переживаешь? Ты не видишь, как у меня ноги трясутся? Где? Не переживай, очень крутой клип получится. Пойдем посмотрим, как готова у нас площадка, нет? Давай. Там уже я видела по камерам, там уже зрители стоят. Зрители, да. О май гад! Вау! Модный лук. А тут сейчас стоят зрители и музыканты. Они будут играть. Они сначала хотели сделать голос смешариков, но сделали таких вот котят. Ну, мне кажется, круто получилось, да? А это будет ток-шоу, там весь, смотри, ведущий кот. Ты будешь сидеть на диванчике, и тебе будут задавать вопросы. Ведущий старый кот, он старенький. Ты будешь выбирать победителя конкурса. Да. Я тоже хочу себе такую футболку. Да, Вика, даже я хочу себе такую. Крутые футболки, да? Вот в этой группе. С вишенками. Вот эти зеленые пока сейчас остались. Сейчас у нас следующий кадр. У Вики настоящее ток-шоу в стиле вечернего шоу Урганта. Вика, принесли барабан, и сейчас ты будешь выбирать победителей конкурса. Да! Смотри, вон там барабан. Ага.
Вика, все понятно, что сказала режиссер? Что ты будешь делать сейчас? Я вот кручу, достаю. Такая. Ну давай посмотрим. Так, делаем, если что, поставим. Сюжету клипа Вика уже выбрала победителей, и сейчас будет настоящая встреча с ними. Здрасте. Здравствуйте. А как вас зовут? Маша. Дася. Это наши победители. А где у нас Маргарита? Маргарита, наверное, одевается. Будете конфетку? Или у вас сейчас губки накрашены, наверное, лучше не стоит, да? Ну как, вы верили в победу? Нет? Вы молодцы, вы хорошо постарались. Привет. Привет. Вот и наша третья победительница. Здрасте. Это выбирайте. Просвет. Ты сама делала. Все. А можно все, да? Все. А ты сама делала? Да. Круто. Класс, спасибо. Кто из вас больше верил в победу? Я. Ты молодец. У тебя было столько работ вообще. Классно, тебе помогали, да? Да, вообще. У меня мама фоткала. Вика, что тебе подарили? Мне подарили супероткрытку. Дай почитаем. Давай. О-о-о! Вау! Что, Вики, шоу? Так классно придумано вообще. А что написано? Привет, Вика. Я давно хотела с тобой встретиться. Встретиться на съемках. Я даже не мечтала. Думаю, у нас будет очень будет отличный клип от Маши на память. Крутяк. Как мило. Смотрите, я еще нашла тут секретики. Вау. А там что? Ну, что, какие-нибудь записки? Личные записочки. Вау. Вау, там что-то написано. Соня, Саша, Соня. Это кто помогал, наверное, делать эту открытку? Очень прикольный сюрприз. Он еще и вкусный. Росочка. Где? Сердце от почек. Дарю вам цветочек. Дарю вам круассан-цветочек. Ой! Но! Мне! Через сколько минут готовность? Ты нажала? А что-то молчат. Не знаю. Да скажи алло. Еще раз задайте вопрос, пожалуйста. Через сколько минут? Давай еще. Через сколько минут готовность, давай. Через сколько минут готовность? Я думаю, еще минут 10 точно. Yes. Спасибо, скажи. Спасибо вам огромное. Вика завела свой аккаунт в лайки и теперь в перерывах между съемками снимает там маленькие короткие смешные видео. Один лайк кто-нибудь тебе поставил? Конечно же, да. Сейчас у нас долгожданный момент, и мы снимаем кадры с победителями нашего конкурса «Автоном». Они немножко, конечно, зажаты, но Вика их веселит как может. Вика! Давайте, приготовились, камера. Девчата, улыбаемся, в камеру не смотрим, смотрим на Вику. Мы же к ней пришли. Смотрим на Вику. И сейчас мы будем снимать финальный момент! Мы как будто бы на сцене танцуем. Тут еще все так красиво! Смех и звон, тут причин миллион. Прыгай как попкорн и наш мир.
Моя сестра сказала. Тоже сестра? 17-летняя? Да. Во сколько вы сейчас? Еще раз время. Я сейчас вам покажу. Очень забавно. Скажи, пожалуйста, как вы узнали, что вы победитель этого конкурса? Пролистала ленту. Окей. На лампочку у звездочки. Скажите, пожалуйста, как вы узнали, что вы победитель этого конкурса? Мама сказала. Тогда сколько вы были счастливы? 1000 миллионов. К нам на съемки приехал Саша Новиков, и они вместе с Викой снимают ролики для Лайка. Если кому интересно, ссылочку на Лайк Вики мы оставим в описании под этим видео. Алло, здравствуйте, Жанику, можно? Да, было. Вот это было, вот это. Теперь что? Призы! Спасибо! Спасибо, отдавай микрофон. Микрофон. Все.